Yeah.
Namaste, Namaskar, 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 Namaskar,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Нираджа Махараджа ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Такоти Вайшнава Ринга ки джай, Брандараджа Симад Бхагаватам ки джай, Тай Гора Премананди. Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 2-я глава молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне Матери. Санскрит. Шишука увача праламбабака чанура триннаварта маха шанаи. Муштикаришта дивида путана кешитинукаи. Аняшчасура бупалай бана бхаумади пхир юта. Ядунам каданам чакре бали магатта сам шрая. Шишука увача. Шри Шукадева Госвами сказал, Праламба, Асур по имени Праламба, Бака, Асуром по имени Бака, Чанура, Асуром по имени Чанура, Тринаварта, Асуром по имени Тринаварта, Махашанаи и Ахасурой, Муштика, Асурам по имени Муштика, Аришта, Асурам Ариштай, Двивида, Двивидай, Путана, Путанай, Кеши, Кеши, знаем санскрит с вами, Динукай и Тинукай, Аньяхча и другими, Асура Пупалай, демоническими царями, на поверхности земного шара. Бана, царем Банай, Баума, Баумасура, Адипхи и другими, Юта, поддерживаемый, Ядунам, царей из династии Яду, Каданам, гонения, чакре, совершал Бали, могущественнейший, Магатха Самшрая, пользующийся покровительством Джара Санти, царя Магадхи. Перевод текста. Шукадева Госвами сказал, пользуясь покровительством Магадхараджи Джара Санти, могущественный Камса начал гонение на царей из династии Яду. Ему помогали в этом такие демоны, как Праламба, Бака, Чанура, Тринаварта, Акхасура, Муштика, Аришта, Двивида, Путана, Кеши, Тинука, Банасура, Наракасура и многие другие демонические цари, жившие на земле. Так, здесь мы видим, что Шукадева Госвами, он разбирается в политике хорошо. Описывает политическую ситуацию того времени. И когда Кришна приходит в этот мир, он тоже оценивает все эти вот различные силы земные, разнообразные. Сколько здесь праведников, сколько аскетов, сколько людей, верующих в Бога, сколько людей, живущих бессознательно, без какой-то особого стремления, какие есть великие люди, которые заводят в заблуждение общество, осознанно и неосознанно. Он знает все. Все досконально знает каждого лично.
Но здесь описываются такие ключевые личности, от которых зависело состояние Земли. Они были очень сильны, эти личности, могущественные. То, что здесь перечислялось, Праламба, Бака, Чанура, Тринаварта, Акасура, Муштика, Аришта, Двивида, Путана, Кеши, Тенука, Банасура, Наракасура и многие другие, их никто не мог бы убить, кроме Кришны. Не было таких сил на Земле. То есть поэтому Земля обратилась, собственно говоря, с молитвами. Сил не было никаких. То есть не было таких личностей, праведников, могли бы быть сильнее и могущественнее. И Камса заручился поддержкой этих могущественных личностей. Он был необычной личностью, Камса. Говорится в Бхагаватам, что он был в прошлой жизни демоном Каланеми, одним из сыновей Хираньякашипу. И был убит Вишну непосредственно. То есть никто не мог убить его. И теперь он явился в династии, как сын Шурасены. Могучный царь, но он его пленил, подчинил. Собственно, отца он бросил в тюрьму. Собственно, как поступил с Девакой Васудевой, то есть со всеми соперниками. Он не боялся ничего. Не боялся ничего. Почему не боялся ничего? Была такая поддержка. При такой поддержке он даже начал гонение династию Яду, где воплотились полубоги. Собственно, он знал об этом, что там воплотились полубоги, поэтому он, собственно, начал эти гонения. И в отсутствии Кришны они ничего не могли сделать с этими демонами. Никто. Даже полубоги. В этом случае обычно обращаются к верховному полубоги. В этом их особенность. Демоны, даже когда терпят поражение, не обращаются к Богу. Они идут косвенным путем, они идут к Господу Браме или Шиве, как-то вот они. Таким образом. Почему? Потому что Господь, Он другой, Верховный Господь, отличается от полубогов и других живых существ. Совершая аскезу Господу Шиве или Господу Браме, они вынуждают их дать благословение, которое они хотят. Но что касается Вишну, почему они ко мне обращаются? Он смотрит не на их аскезы. Аскезы его не удовлетворить, он говорит. Он другой. Он смотрит на причину их аскезы, на мотив аскезы. Когда Срамбамба Бхаттачарья обратился к Господу Чайтаньи, не мог бы ты выполнить одну мою просьбу, он сказал. Касалось царя Пратапарудры. Преданные пытались как-то их свести. Царь Пратапарудра очень хотел увидеть Господа Чайтанью. Господь Чайтанья не хотел встречаться с царем. И преданные думали об этом, как же все-таки эту встречу устроить, потому что Пратапарудра великий вайшнав, и он умрет в разлуке. Он буквально просто покинет тело. Они беспокоились за этого царя. А Господь Чайтанья говорил, я саньяси, я не буду встречаться с царем, это предосудительно. Противоречит шастрам, это позорно для саньяси, встречаться с богатыми людьми, властными людьми, с женщинами, то же самое. Саньяси не должен так делать. Вот такая дилемма. И однажды Срамбамба Бхаттачарья подошел и сказал, не могут ты выполнить одну мою просьбу. Ну, чистый преданный, то есть обычно Кришна соглашается выполнить любую просьбу чистого преданного. Господь Чайтанья говорит, говори, какая просьба, но я исполню ее, если сочту ее уместной. Он другой. Его невозможно поймать в таких вещах. И он смотрит не на аскезу, не на какие-то другие причины, а на мотив, на причину. Зачем? Зачем ты просишь это? Почему ты ко мне обращаешься? И когда Брама дал благословение Хираньякашипу, и также он дал благословение Равани, и когда Нарисимхадев пришел и убил Хираньякашипу, защитил Прохлада и всех преданных, он посмотрел на Браму очень строго. Сказал, посмотри, что ты сделал. Зачем ты даешь такие благословения таким демонам? Больше так никогда не поступает. А что мог сказать Брама? Ну, это мой долг был. Я был обязан это сделать. Я подчиняюсь дхарме.
если он совершает аскезу, как я могу не дать благословения? Иначе весь мир будет разрушен, я не знаю, что делать. Но Верховная Личность Бога не обязан давать благословения. Я же мантру повторяю и, в принципе, соблюдаю. Ты же не обязан что-то дать за это. Разве я не служу тебе? Разве не твоя обязанность платить мне за это? Нет. Нет такой обязанности. Может ответить, может не ответить. Господь Читанья говорит, ты можешь мне ответить, можешь не ответить. Можешь обнять, можешь пнуть. А я остаюсь твоим преданным. Он другой, имеет другую природу. Потому что как бы он ни поступил, он действует на благо самого живого существа и всех других живых существ. Любой его поступок. Даже когда он убивает этого Чануру, Баку, Праламбу, Тринаварту, он это убийство. Это благо для них, он освобождает их. Это не может сделать никто из полубогов. Это невозможно, принести благо, убивая кого-то. Запрещено для всех других живых существ, кроме него одного. Он может, потому что он может дать новую жизнь. На самом деле никого не убивает. Он обновляет их существование. То есть он говорит, родившийся умрет, умерший родится заново. Ты убиваешь, ты можешь дать новую жизнь? Не можешь, значит, не можешь, не имеешь права убивать. Новую жизнь переправляет сверхдуша. Он заботится об этом. И если мы сможем понять эти отношения в своем сердце со сверхдушой, мы станем освобожденными душами. Мы больше не будем завидовать Богу или не будем атеистами, отвергать Бога. Никогда. Если поймем истинную его природу, не двойственную природу, а абсолютную природу, абсолютного блага природы. Но демоны измеряют качество Бога по событиям в материальном мире. Чью сторону занимает? Браманы ему поклоняются, кто еще? Вайшнавы поклоняются ему, полубоги поклоняются ему. Вот он их защищает, там и демоны. Он нам не благоволит. Так они понимают. Вот кто-то справедлив, кто-то несправедлив, куда Бог смотрит, они начинают критиковать его. Не понимают, что за это их справедливость и несправедливость есть высшее благо, которое они не осознают, в чем же благо вообще в этой жизни. Никакого блага нет, если мы не приложим усилия, если мы сами не сдадим закон, если мы сами не устроим свою жизнь, никакого блага в этом нет, в этом существовании. То есть мы благо приносим, а Бог что делает? Заставляет нас просто тяжко трудиться. Если он есть. Нам нужен другой лидер. Нам нужен Хирани Кашипу, который нам даст все просто и без усилий. Просто будем счастливы и все. Они хотят, чтобы кто-то пришел или какая-то система устроила все для их жизни, чтобы они ничего не делали, только наслаждались. Только наслаждались жизнью. Такого Бога не хотят. И оставаться при этом негодяями и получать награды еще. Так было при правлении Хирани Кашипу. Итак, демоны, они перестраивают мир буквально наоборот. Праведники в гонениях, негодяи поощряются. Воры, негодяи, мошенники поощряются. Почему? Потому что они делают хорошую работу. О чем дело? Они создали ядерное оружие. Это хорошая работа. Это полезная работа, не говорю. Они строят большие города, это разве нет? Люди, которые стремятся к карьере, они амбициозные, властные, они хотят богатства. Они все делают. Знаете, как они работают? Да, он прибирает к себе какие-то деньги, там, как у Петра Первого был Менщиков. Петр Первый узнал, что у него воруют деньги, когда он уже дворец построил целый. Он удивился, откуда у тебя дворец? Ну, так вот, ну... Мое сердце называл его Петра Первого. Прости меня, мое сердце. Ну, да, вот я взял там из казны немножко. А он вот так вот бил просто руками. И продолжали сотрудничать. Потому что эти люди работают. И хорошо работают. Ты им заплатишь, они сделают все идеально. Они изучат все. Они знают карму, деятельность. А вы, у вас а карма. Вы ничего не хотите делать вообще. Только петь, танцевать. То есть, если так сравнить их ценности и ценности духовные, то, конечно,
Материалисты оценят вот, материальные ценности и найдут массу аргументов. Что вы сделаете как цивилизация? Они не понимают, что цивилизация – это природа, которую не нужно эксплуатировать, ее нужно пробуждать. Все уже есть в природе, нужно пробудить. То, что они пытаются получить при помощи своих собственных усилий, может дать природа, разве не так? Разве они свои таланты получили при помощи собственных усилий? Или человеческое тело не получили при собственных усилиях? Нет, дала природа. И природа может дать такие таланты, такие способности, которые никакими усилиями человек не сможет привести. Вместо естественного интеллекта они делают искусственный интеллект. Что природа стала скудная. Их интеллект начинает терять память и способности. Им нужна помощь. При таких скоростях управления и коммуникации уже человеческий интеллект, обычный вот этот объем памяти, все остальное не справляется. Очень быстро и много информации. И мы для этого не предназначены быть машинами, перерабатывающими информацию. Предназначены думать только об одном. Вот что такое человек. Об одном, но главном. Найти главное, об этом думать и ради этого жить. То есть, то есть думай об одном, о главном. И не сворачивай с этого пути, будь целеустремлен. Думай только об одной цели, высшей цели. Но им приходится иметь дело с огромным объемом информации, потому что они создали искусственный мир, который теперь им нужно поддерживать. Это очень трудно. Они не справляются с этим, они не успевают общество очистить даже от преступности. Создавая эти условия, мы видим, что в тюрьмы люди не умещаются, они живут на свободе уже все. Они не справляются. Общество теряет человеческий облик в хороших условиях. Постепенно. Не сразу, конечно, я, может быть, так преувеличиваю что-то, но тенденция-то именно такая, и она растет, эта тенденция. Видя эти тенденции, эти попытки развиваться, мы можем предсказать будущее, что будет дальше с этой цивилизацией, что-то предсказывать. Римская цивилизация, она распадалась 500 лет. 500 лет она была в состоянии загнивания, смотрите. Они пытались наслаждаться всеми силами, извращенными способами. Все способы перепробовали. И в конце концов они настолько деградировали своим разумом, настолько возомнили себя богами, что потеряли силу. Их победили обычные варвары, нецивилизованные люди. Просто растащили на куски, как будто труп это был. Представьте себе. Начинает как бы терять силу человек через память. Угасает память. Память предков, память сердца, любовь. Быстро забывают друг друга, быстро разочаровываются. И быстро влюбляются поверхностно. Все происходит быстро и поверхностно. Теряется глубокая память сердца. Описывается, что Хиранья-Кашипу, мы вчера читали, что когда он держал сына на руках, он от любви заливал его слезами. Видите, какие были отношения. Даже у демонов были какие чувства. Сегодня, ну, столько слез ни у кого нет, да и не нужно. Только когда о себе мы плачем, да. О Кришне вообще никто не плачет обоим. Только о себе. Когда нам очень плохо, мы плачем, Боже, помоги мне, видишь, как я плачу, как я страдаю. Не по тебе, по себе, я, чтобы ты понял мои чувства. А как же научиться плакать от любви к другим? Если таких слез нет, говорится. Если нет этой дрожи в голосе и в сердце от любви, сердце заковано в железо. Это сердце в железном панцире. Написано в Бхагаватам. И описываются также в Бхагаватам эти отношения, когда встречаются преданные, они испытывают все признаки экстаза, такие же, когда они думают о Кришне, встречаются, прикасаются к Кришне. Столько любви. Никакой зависти вообще. Этот стих подтверждает слова Господа в Бхагавад-гите 7, 4, 7, 8.
Ядайда хи тармасья планир бхавати Бхарата. Абьюттанам атармасья тадатманам сриджамьяхам. Паритраная садунам винашая чаддушкритам. Тармасам стапа нартхая самбавами юге юге. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии. Я перехожу сюда из века в век. Когда сам Верховный приходит в этот мир и восстанавливаются отношения с ним, преданных, все получают могущество через эти отношения. Вся наша сила только в отношениях. Если нет глубоких отношений, нет и сил что-то делать. Для себя мы не можем жить по своей сути. Нужен кто-то, кто меня оценит, кому я также нужен. Неважно, демон это или полубог. Все должны с кем-то быть связаны. С чем-то очень дорогим, с кем-то очень дорогим. Да, у каждого есть это. Должно быть. И это дает нам силу жить. И причина жизни. Это отношения. Высшая причина жизни – это отношения с Богом души. В этом вся сила. Изначальная сила живого существа. Его могущество. Утраченное могущество, утраченные отношения. Мы видели, как люди, любящие друг друга, когда разлучались, их жизнь заканчивалась практически. Они превращались в тень просто. Условное обозначение человека. Их жизнь была опустошена просто. Они теряют близких, теряют, скажем, там, свой дом, свое там, имущество теряют, они опустошаются. У них смысла жизни нет, отношений нет. Предательство люди не переносят, заболевают, жить не хотят, подают истерику, психические заболевания. Если кто-то предал человека, близкий, невыносимо, жить невозможно. То есть это отношения. И там в глубине сердца пробуждаются отношения с Богом. Вот в чем практика. Вот в чем сила человека. Вот почему Пандавы победили 5 человек. Ачари, когда анализируют эту картину, они говорят, это было невозможно. Это было невозможно. Это знали все, смотря на точки зрения, что это было невозможно. И Дурьотхана знал, и Дритараштра видел. Смотря на точки зрения, были все убеждены. Это было невозможно сделать. Если сравнить пандавов, скажем, с какими-то воинами большими, которые, нет, с пловцами, которые переплывают океан, это вот этих армий, то Бхишма, Дрона, Карна, это были тимингилы в этом океане. И это было невозможно уничтожить эту армию. С точки зрения военной как бы, вот, стратегии и потенциала военного. Но что произошло? Они потеряли дух отношения с Кришной. Все противники пандав потеряли отношения с Кришной, и они ослабли. Они потеряли уверенность, даже преобладая численностью и военными силами. Просто когда Кришна их посмотрел, подул в раковину, их сердца дрогнули. Внутренняя энергия оставила. Они уже полагались только на свои вот ограниченные силы. А Кришна вел Арджуну, колесницу Арджуны. Интересно, что ни кони, ни Арджуна в течение дня не испытывали никакой усталости. Вообще. Арджуна мог в одиночку пройти через всю армию одной колесницы. И он не уставал, пуская стрелы непрерывно в течение всего дня. Ну, ему мистический колчан, говорит. Махабхарата. Дар полубогов. Стрелы не кончались никогда. У его рук не было видно, когда он пускал стрелы. Все стрелы, все летели в цель. Каждая стрела. И при этом он даже не уставал. Ну, лошади иногда уставали, там игры Кришны были. И колесница не разрушалась при воздействии всех оружий, которые владели Махарадхи, чтобы уничтожить колесницу Арджуны, она неразрушима была. После битвы на Курукшетре Кришна сказал Арджуне,
уходим с колесницы, бросаем. Отойдем подальше. Они подошли подальше, колесница взорвалась в пыль. Арджуна был удивлен, что случилось? Что за явление, Кришна? Она говорит, давно была разрушена, просто пока я был на ней. Я ее поддерживал. Она получила огромное воздействие всех оружий, которые были на Курукшетре. Это колесница. Тебя прежде всего хотели уничтожить. Фиму хотели уничтожить. Ютиштиру. Но его волос с головы не упал никого. Кришна был с ним. При этом он не брал в руки оружие. А как это произошло? Это взаимоотношения. Это были взаимоотношения. Он вел колесницу Арджуны, для блага Арджуны, и для того, чтобы битву выиграть. Он знал, где находиться в каждый момент битвы. Практически одна колесница разрушала всю стратегию противника. Потому что там был Кришна. Он был одновременно в сердце каждого из них. Он знал, с кем сейчас сражаться, с кем не сражаться, кого мимо проехать. Поэтому, когда просто шум колесницы слышали кауравы, Арджуны, и звук Гандивы, у них от растерянности выпадало оружие из рук. Потом они должны были его снова взять. Они знали, как с ним сражаться. Он был неуловим практически. Как сверхдуша, потому что сверхдуша была возничена на его колеснице. Итак, Кришна приходит и просто устанавливает взаимоотношения. И Прабхупада говорит, какие это отношения? Это Шанта-раса, Даси-раса, Сакья-раса, Вацали-раса, Матури-раса. Вот все. Все, что нужно человеку. Чтобы... Но это нужно полностью эту расу проявить. Не частично, не как тень расы, знаете, подобие расы, а в полную силу обрести это, по-настоящему, в чистом виде. Господь хранит материальный мир ради того, чтобы дать всем возможность вернуться домой к Богу. Но, к сожалению, цари и политические лидеры пытаются помешать замыслу Господа. Поэтому Господь приходит в этот мир сам и посылает сюда свои всемогущие экспансии, чтобы навести здесь порядок. В связи с этим Сарартха Даршини 10.2.1.2 говорится Гарпам Санчарья Рахиньям Девакья Йогамаяя Тася Кукшингатам Ката Кришно Двитти Йовип Ибутай Стута. Кришна явился в лоне Деваки после того, как силой Йога Майи перенес Баладеву в лоно Рахини. Дядубхиса Вярутхята. Все цари, принадлежавшие к династии Яду, были преданными. Но могущественные и многочисленные демоны, такие как Шалва, стали притеснять их. В то время Джарасандха, который был тестем Камсы, обладал огромным могуществом, и Камса, пользуясь его покровительством и помощью демонов, начал гонения на царей из династии Яду. Неудивительно, что демоны казались сильнее полубогов. Однако, в конце концов, при поддержке Верховного Господа, полубоги вышли победителями, а демоны потерпели поражение. То есть нужна поддержка. То есть этот мир стремится к разрушению материально от его природы. Ему нужна поддержка, чтобы существовать. Мы тоже существуем лишь какое-то время в этом теле, но нужна поддерживающая сила, чтобы существовало это тело даже какое-то время, потому что оно состоит из материи. Материя не имеет формы, она мертва. Но в сочетании с двумя душами тело как бы оживляется, поддерживает свое существование, становится как бы существующим, как будто личностью тело становится. Для чего? Чтобы душа внутри могла осознать свои отношения с Богом. Человеческое тело дается тонкое и грубое. Оно состоит из материи, из мертвой материи. Даже ум — это мертвая материя. Это просто компьютер, вот, создано, это мертвая материя. С функциями электрическими, там, какими-то полупроводниками, вот это все изучено, скомпоновано, и вот он выполняет определенные функции, но это мертвые функции, так же, как кузнечный меха дышит. Это мертвые функции.
Так же, как яблоко падает с дерева, это не живая функция, это закон тяготения просто, мертвый закон тяготения. Мертвый, потому что Кришна отстранен от этого закона. Он сам этот закон представляет, но сам отстранен от этого закона. Становится мертвый закон. Закон мертвой материи, физика. Или как? Органическая химия, неорганическая химия называют по-разному сейчас разными языками. Что неорганическая химия отличается от органической. В органической химии идут обмены веществ, очень сложные. Там много функций, органов. Очень трудно понять, как это было в процессе эволюции собрано вообще. Никто не знает. Эволюция здесь совершенно не объясняет эти вещи материально. Как это мертвые элементы скомпоновались, да, в живое существо. Необъяснимое явление для материалистов. Они придумывают теорию, но теория несостоятельна. Не все знают это. Да и материалисты тоже знают. Они несостоятельны, эти теории. Не объясняют ничего. И Кришна, он, это тоже, материальный предмет, это тоже Кришна, но не Кришна, он отстраняется от нее. Он как бы засыпает в йога-нидре, он Вишну здесь. Кришна не спит в йога-нидре. У него другой распорядок. У него есть свои обители, там раса, в полную силу его отношения проявляются, вечные отношения. Где нет рождения и смерти, нет этой усталости, нет закона о сохранении энергии или там потери энергии, ничего этого нет, то физики нет. Мертвой материи там не существует. Там нечего оживлять все живое. Все поддерживается естественным образом. Здесь искусственно поддерживается какое-то время. Искусственно, потому что тело на самом деле не нужно. Нужно только для самоосознания. Оно не совершенно, это тело, оно имеет много недостатков и в тонком, и грубом смысле, и при этом еще источник страданий. В течение времени мы это понимаем, что тело также источник страданий. Главный источник страдания – это мое тело, мой ум. Это материальная природа, вот она. Но она поддерживается какое-то время для определенной цели. У нас есть своя цель, но Кришна создает эту человеческую форму для цели самосознания, дает религию человеку, чтобы он подумал о Боге. Так, ни одно живое существо ниже человека не может думать о Боге, не может воспользоваться религией. Эти книги написаны не для животных, Прабхупада говорит. Для человека. С этой целью поддерживается тело. Примерно 100 лет наше. Чтобы могли пройти 4 этапа. Брамачари ашрам, грихаска ашрам, напрасный саньяса. И уйти отсюда. Все предписано. Как это делать? И, собственно, мы таким путем и идем, естественно. Просто не знаем своих обязанностей. Дхармы, ядайте, ядахи, дхармася, гланир. Дхарма упала, мы забыли дхарму. Но нам тоже нужно учиться, и семейная жизнь нас интересует, и конец жизни тоже должны как-то прожить, подготовиться к этому. Но мы забыли дхарму, что значит учиться, чему учиться, и что такое семейная жизнь, и что такое отречение от семьи, что такое возвращение к Богу, что такое смерть. Люди не знают сегодня это, ученые не знают. Преподаватели в университетах не знают ничего. Родители не знают этого ничего. Глани упала, дхарма, все, нет ее. В этом случае люди как будто живут цивилизованно, потому что есть семья, есть законы какие-то, есть правила предписания, есть религии, есть уголовный кодекс, какой-то порядок, да, как будто цивилизация. Но в невежестве живут как животные. Внешне это цивилизация, внутренне это животное сознание. Никто не может ответить, кто же он и зачем он пришел сюда. Ведь разум человека спросит об этом. Ему дан этот разум с Богом. Он спросит, кто же я, зачем я сюда пришел, какой смысл жизни, но ответов никто не получает. Тогда, говорит Кришна, приходит сам. Когда он приходит сам, он наказывает демонов. Либо он убивает их лично, забирает их демонические силы полностью, уничтожая демонические силы или ум. Либо забирают у них силы, либо их сталкивает самих, они сами друг друга уничтожают. У него разные способы есть. Вообще-то в Бхагаватам говорится, что демоны, они живут в напряжении друг с другом, они не друзья. Демонические сообщества, они не дружат, они
Они пытаются захватить друг друга в единую власть. Поэтому между ними возникает накопление оружия. Они взвешивают. Сейчас можем сражаться? Нет, сейчас не можем. Сейчас тут оружия больше, нужно помириться, нужно пока мир. Если у нас больше, эта сторона говорит, давайте мы на уступки пойдем, лишь бы был мир. Пока не будем. Так они рассчитывают. То есть они пытаются мир искусственно поддерживать, что в сердце у них мира нет. У них есть зависть, у них есть вожделение, у них есть ненависть, жадность, все это есть. Как они могут быть в мире? Нет, нет. Это условное обозначение мира. Сегодня так, по всему миру, в основном. И Кришна, наблюдая это, позволяет им накапливать этот потенциал разрушительный. Зачем? Если Бог есть, зачем Он позволяет такие угрозы создавать человечеству? Там написано, зачем. Этим оружием они сами друг друга уничтожат. В итоге. И самое интересное, демоны об этом знают. Но они думают, это не план Бога, это наш план. Вот и все. Вот и все. Вот и вся разница. А полубоги понимают, это план Кришны. Кришна такой. Может, сам не приходит, может, позволяет им делать то, что не хотят, но в итоге его воля проявляется. Но демон думает, нет, это мы отомстили. Мы так решили. Мы решили покончить с человечеством. Все. Когда ученики сказали Прабхупаде, мир напуган. Не просто создана ядерная бомба, но растет ядерный потенциал уже настолько, что планета может быть уничтожена. Впервые тогда в мире это озвучили в средствах массовой информации, и люди все были перепуганы на Земле, все до единого. И в СССР, и в Америке, и повсюду. Ну, представьте, даже песни такие пели, Пугачева пел эти песни. Неужели это случится, что мы слышим этот хрустальный звон? Этот мир как хрустальная ваза, знаете, что из хрусталя очень тонко устроен. Неужели мы услышим хрустальный звон? Все думали, действительно, неужели это случится? Это напряжение было. И поэтому ученики сказали, Прабхупада, вот такие обстоятельства сегодня политические. Очень большой риск. Прабхупада сказал, нет, этого недостаточно, ядерного оружия. Нужна еще воля Всевышнего. Санкции. Не забывайте, говорит, об этом. Они не могут без санкций Всевышнего это сделать. Это его план. Это произойдет по его плану. Это оружие принадлежит ему на самом деле. И их разум принадлежит ему тоже. Он находится в их сердце. Он знает, куда вести. Если в этой мире не остается ни одного праведника в какой-то цивилизации, она будет разрушена вся. Безусловно. Этому масса примеров в истории. Без исключения. Без исключения. Но если где-то зарождается сознание Кришны, распространяется, все будет идти совершенно по-другому. На одном преданном случился пожар в доме. Это еще мы услышали в 90-м, 89-м году. В Армении сгорел дом его. Весь дотла, все там сгорело. Но вы не поверите. Остался алтарь и книги. Несколько книг Прабхупады. Он говорит, вот я свидетель там. Алтарь не сгорел. Несколько было книг Прабхупады, они не сгорели. Весь дом был в пепел. И был не один такой случай. Сейчас, когда это военные действия, примерно рассказывают очень много таких же историй. Бомба падает через потолок. В квартиру. Мне прислали эти фотографии. Фотографии там, ну нет квартиры, там все вот таким вот образом, все разорвано на части. И стоит вот стеклянный шкаф с книгами Прабхупады, целый стеклянный шкаф, понимаете, там бревна переломаны кругом, вот эти потолки, такая дыра. Стеклянный шкаф с книгами Прабхупады стоит на втором этаже. Не одна такая история.
Мне тоже не раньше там рассказал несколько таких же историй, мне там рассказывал. Это что преданные не теряли веру. А то преданные могут усомниться, а что же Господь не защищает и прочее. Притесняемые демоничными царями Ядавы покинули свое царство и укрылись во владениях Куру, Панчал, Кикаев, Шалвов, Видарб, Нишат, Видех и Кашал. Рассеялись Ядавы в то время. Не выдержали этих притеснений. Очень сильны были демоны. Однако некоторые из них, из их родственников, решили подчиниться порядкам Камсы, служить ему. Вопрос. Ядавы, спутники Кришны, решили подчиниться Камсе. С политической точки зрения, предательство. Нет, вы не понимаете. В Бхагаватам описывается что-то другое. Это не трактат для палит, как называется, образования. После того, как сын Уграсены Камса убил шестерых сыновей Деваки, полная экспансия Кришны вошла в Йолона, став седьмым ребенком Деваки. Этот ребенок принес и радость, и скорбь. Это всемогущее воплощение принадлежит ко второй четверной экспансии Кришны, и великие мудрецы именуют его Анантой. То есть Кришна один не приходит, уже пришли полубоги в династии Яду, теперь явился Ананта, потом придет еще Йога Майя, и вот тогда уже придет Кришна. В объятия Йога Майи он придет. То есть здесь проявится духовный мир, прежде чем придет Кришна. Он приходит только в духовную атмосферу. Если он на материальную сферу приходит, то он его одухотворяет. Она не может быть материальной присутствием. Майя не может присутствовать при нем. Если мы создаем духовную атмосферу, Кришна проявится, конечно же, здесь, в любом месте. Но почему же некоторые из ядовов решили подчиниться порядкам Камсы и служить ему? Они хотели увидеть игры Кришны с этой стороны. У них было сознание Кришны, поймите. Они были обычными людьми. Они хотели, а Крура, допустим, служил Камсе. И он ему говорил правду, что Камса, ты вот предполагаешь, а провидение располагает, поэтому ты не слишком-то будь уверен. Они были друзьями, поэтому он ему говорил такие вещи. А Крура был преданным, но служил Камсе. И ему, знаете, как повезло? Камса сказал, ну теперь, Акрура, поезжай к Вриндавану, привези сюда Кришну Балараму. Устроил ему встречу, даршан. Прямой. Необычная история. Что касается Бхагаватам. Как же понять Бхагаватам? Человеческим нашим разумом и чувствами. Где мы видим друзей, врагов и все такое. Здесь другая ситуация. Некоторые из видных преданных, такие как Акрура и другие, стали с Камсой и угождали ему. Они сделали это, преследуя разные цели. Все эти преданные знали, что Верховная Личность Бога явится в образе восьмого ребенка Деваки, как только Камса убьет остальных их детей, и с нетерпением ждали появления Господа. Оставаясь в свете Камсы, они могли увидеть рождение детские игры Верховной Личности Бога. А потом Акруре предстояло отправиться во Вриндаван, чтобы доставить Кришну и Баларама Матхуру. Слово «парьюпасы» – «ты» играет важную роль. Оно указывает на то, что некоторые преданные хотели находиться рядом с Камсой, чтобы увидеть все эти игры Господа. Вот о чем они думали. Не о Камсе, конечно. Им было все равно, где находиться, лишь бы видеть Кришну. Кришна явится в Матхуре, а они хотели быть там, в Матхуре. Некоторые. Видите, это все индивидуально. Шестеро детей, которых убил Камса, прежде были сыновьями Маричи. Но из-за проклятия Брамана им пришлось в следующей жизни стать внуками Хираньякашипу. Это были сыновьями Маричи и внуками Каланеми. То есть Камса убивал собственных детей в следующей жизни. Через перевоплощение так случилось. Интересный испыт. Ага.
Это было для всех них тайной. Сыновьям Девяки сразу после того, как их убьют, предстояло занять свое первоначальное положение в Маричи. Преданные хотели посмотреть и на это. Обычно никто не убивает собственных племянников, но Камса был настолько жесток, что без колебаний сделал это. Ананта Санкаршина принадлежит ко второй четвервьюхе четверной экспансии Кришны. Такого мнения следующих комментаторов. Так, здесь мы остановимся. Прочитали два текста, где описывается вот эта внешняя обстановка имена этих демонов могущественных. И что было с династией Яду, как она вот распространилась по свету в этих условиях. То есть куда Господь придет, в какие условия здесь описывается предварительно. Внешние причины. Внешние причины, что он должен убить демонов, защитить праведников. Это внешняя причина. И мы тут читаем обстановку, где были праведники в это время, где были демоны. И нам, конечно, интересно, как же Кришна их всех победит? Как же при таких обстоятельствах он еще выживет? Если родители его в тюрьме, все под контролем Камсы, восьмой ребенок он посчитает несложно, но он убьет их даже всех. В чем же? Как же он может пропустить Кришну? Где же Кришна проникнет? Как он проникнет? Муха не пролетит. Тут будет описывать, как появится Кришна и как он будет наслаждаться в Вриндаване, живя прямо рядом с Камсой, с Матхурой, и увеличивать страх Камсы таким образом, его беспокойство. И как все-таки он приедет Матхуру и убьет его, исполнит это предсказание. Он исполнит это предсказание собственными руками. Это интересная история. Хотя и не совсем понятная. Вообще непостижимая вещь. Какие-то вопросы? Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Вы сказали, что Кришна, он не приходит в этот мир один, приходит со своими спутниками. У меня возник вопрос, вот когда он придет в образе Калки Аватары, там у него кто будут спутники? Ты хочешь, наверное, сопровождать? Интересно просто. Тоже тебе нужно коня какого-то подобрать, чтобы рядом скакать, да? Раз тебе интересно Калки Аватар, может, ты дождешься его? Младший, он постоянно спрашивает меня про как это будет. Мне же надо как-то рассказывать будет ему. Они описываются подробно. Я не встречал подробных описаний в Бхагаватам, как вот точно он это все сделает. Но будем знать, что он на коне, будет у него меч. Все. Все его оружие будет. Но как он это сделает? Вы же знаете, что Господь действует не с внешней энергией, а с внутренней энергией. Понимаешь, что это означает? Ну, как только появляется демон, уже мертвый, считайте. Все. У них уже поселяется страх и неуверенность в себе сразу же. Все, они уже побеждены внутренне. Он так появляется. Ему не нужно там пушки, минометы. Меч достаточно. Он управляет и внешней, и внутренней энергией. Вы не сможете ничего с ним сделать. Это секрет, как один он убьет всех, все человечество. Да. Спутников не будет, получается, кроме коня. Я не думаю, что не будет. Будут какие-то спутники. Просто я не встречал описания. Но возможно, что с тобой случится. Одного спутника мы нашли уже. Так. Так и скажи своему сыну, что я тоже приду с Калки Аватаром, и тоже у меня будет меч. Если хочешь, давай вместе закончим Кали-Югу вообще. Интересно.
уже как бы предел, кажется, достигнут, они еще больше будут дальше развиваться скорость, или то, что вот скоро запустится планетарий, надеемся, с помощью Кришны, а говорится по пророчеству, тогда будет быстро развиваться, ну, золотой век, может быть, она будет как-то приостанавливать вот эти все скорости. С другой стороны, да, острый меч, скорости высокие, также, я думаю, будут помогать, наверное, быстрому распространению сознания Кришны. И последний момент, ну, мы знаем, что уезжаем, я думаю, выражу общую точку зрения, что мы будем по вам очень скучать. Да, это естественно, нам скучать, встречаться, разлучаться, такова жизнь. Это тоже наше развитие внутренней энергии. Разлука, встреча, это касается внутренней энергии. А искусственный интеллект – это начало конца цивилизации. Он приносит много удобств, и быстро можно выполнять какие-то задачи. Но он не приносит пользу интеллекту человека. Не дает развития отношений. Знаете, что он дает на самом деле, искусственный интеллект? Он такой могущественный, он вмещает в себя всю информацию планеты сейчас. Все. Все знает. И вы им управляете, так ли? Что вы думаете о себе? Ну вот видите, что происходит. Вот что происходит с человеком. А дальше можете предвидеть обстоятельства? Если все так будут думать и укрепляться в этом сознании, что будет происходить дальше. Лучше не озвучивать, что будет дальше. Много богов – это большая проблема. Даже два бога – большая проблема. Он ускоряет деградацию Кали-юги. Искусственный интеллект. В материальном смысле. Но как ты говоришь, если его использовать в духовном направлении, можно ускорить духовное развитие. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Ну вот, возможно, я услышала часть ответа. Прозвучало сегодня, что Кришна, он усиливал страх Камсы, находясь во Вриндаване, проводя свои игры. А каким образом? Что он убивал демонов, Камса об этом знал? Ну, войди в положение Камса. Ну. Ну, он знал, что это его смерть, Кришна? Что вот Камса? Камса с самого начала знал, что восьмой сын девки убьет его, ты же знаешь. Я спрашиваю. Спасибо. Почему, когда вы все знаете, спрашиваете? Я не знаю. Ты не знаешь, нет? Иногда Камса боялся Кришны. Иногда вопросы возникают, как будто первый раз вообще. Ну, представь. Ну, Тринаварта. А, ты не представляешь Тринаварту. Ты не знаешь, что такое Кеши. Ты не представляешь Бакасуру. Ты не знаешь толком их. Поэтому ты это спрашиваешь. Это самые могущественные были личности того времени, демоны. Кришна всех убивал по очереди. После этого садился обедать. С друзьями. Всякий раз. Знаете, да, что для Кришны это было как... Ну, говорят, пора на обед, говорят же. Вот демон приходил как раз перед обедом, потому что если бы он не пришел, бы не прервал эти игры Кришны, он бы забыл про обед просто. Поэтому демон приходил как раз перед обедом, вот Кришна убивал, и все вспоминали, теперь пора обедать. Так бы не забыли. Это Кришна так себя вел. Поэтому Камса, вот видя это настроение, получая такую информацию, он был в ужасе просто. Он был просто в ужасе. Он накопил, представьте, ну, такую политическую, да, такой блок из таких личностей, он их просто перед обедом убивает. И наслаждается жизнью. Кришна не боялся Камсы. Все боялись Камсы. Даже Ядовы. Но Кришна не боялся Камсы. То, что такое Кришна. Он изучал Кришну, он пытался понять, кто же это, кто же это. Неужели это тот самый Вишну, который убил меня в прошлой жизни? Гуру Махарадж, вот такой, может быть, немножко странный вопрос. Если цель человеческой жизни, воплощение, это развитие, ну, это духовное развитие отношений с Богом,
то для чего Господь так сложно устроил человеческое тело, вот анатомия такая тонкая, сложная, столько болезней, которые ну, вот, отвлекают от духовного. Вот для чего это? Насколько тонкий интеллект человека, настолько утонченное его желание грешить становится. Ну, в негативном смысле. Можно использовать его в этом направлении интеллект, тонкие чувства, тонкий ум, хитроумное устройство. Человек может очень много создавать оттенков греховных действий. Диапазон большой становится, да? Какой грех можно совершить, и как в уме, в речи, в поступках, много всяких защищенных поступков людей. И тело человека, оно получает реакции. Поэтому оно устроено тоже тонко. Ты рассмотрела сейчас тело как храм болезней. А можно рассмотреть это тело как храм Кришны. Не обязательно нам болезни страдать в этом теле. Можно же использовать его как храм. Об этом не подумала. Ты его рассматриваешь только как источник страданий. Да, это есть такая, но есть другая сторона. Это храм Кришны. Относись к этому телу как к храму Кришны, и тогда все изменится. Иначе это будет храм болезни. Хари Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, насколько важно и нужно преданным активно действовать в профессиональном плане, в материальном мире, в материальном обществе, ну, потому что так или иначе, даже ну, для проповеди, например, важно быть социально активным, общаться с другими людьми. И современные профессии, они во многом предполагают вот это развитие технологий, ну, то, о чем вы говорили. Давай попытаемся понять это с точки зрения Шримад-Бхагаватам. Какой пример дает Шримад-Бхагаватам? Есть слон, есть крокодил. Слон силен на суше. Он справится с крокодилом на суше легко. Но в воде крокодил сильнее слона. В разной среде они по-разному проявляют себя. Оцени себя, найди себя, свою среду, где ты будешь сильна в преданном служении. В социуме, возможно, ты будешь сильна, там эффективно будешь в преданном служении. А может быть и нет, может быть ты там ослабнешь как раз. Тебе нужно в этом разобраться. Главное – сохранить и развивать свое сознание Кришны. Где ты победишь майю? Если ты крокодил, тебе нужно в воду идти. Если ты слон, иди на сушу. Тебе нужно в соответствии с природой действовать. Вот об этом. Если крокодил будет думать, пойду-ка на сушу, найду там порядок со слонами, у него ничего не получится. Если слон подумает, я тут, тут самый сильный, я пойду сейчас в воду, в озеро, и там с крокодилами разберусь, ничего не получится. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. У меня вопрос относительно дхармы. Когда мы людям, новым людям проповедуем, что-то рассказываем о принципах дхармы, им это кажется чем-то старомодным, и часто они не верят, что, живя так, они могут быть счастливы. И что вдохновляющее может зацепить новых людей для того, чтобы посмотреть в эту сторону и принять эти принципы в своей жизни? Дхарма — это природа. Как ты объясняешь дхарму? Как законы религии? Ну, даже вот женщины современные, они... И мне нравится концепция женщины, вот, положение ее, как веды описывают. Так. Значит, они хотят другую дхарму принять, но они остаются женщиной все равно. Да. Но они хотят, по сути, жить как мужчины. А, ну тогда это адхарма называется. То есть они против собственной природы действуют. Как они могут быть счастливы, живя как мужчины? Вот они так считают, что именно это приносит счастье. Это счастье, скорее всего, мнимое в уме. Я не уступаю мужчине. Это мнимое счастье. Так же, как я немножко богаче кого-то. Это мнимое счастье. Но если кто-то богаче меня, я снова несчастлив.
Если они увидят женщину настоящую, которая счастлива своей природой, что они будут делать? Их легко разоблачить таким путем. Есть настоящее счастье, не мнимое. Я как кто-то. Это мнимое счастье. А кто я сам? Тут у меня счастья нет. Реального счастья нет. Я же не изменюсь, если буду думать о чем-то другом. Я все равно оставлю мужчины или женщины по природе вещей. Но они думают, я буду как мужчина. Это мнимая вещь, надуманная вещь. Она все равно остается женщиной. А как это объяснить, что это мнимая вещь? Мнимая вещь означает, что нет мужчин достойных. Поэтому она не хочет быть женщиной. Вот и все. Если появится настоящий мужчина, соответствующий ее природе, она забудет эти мнимые вещи естественным образом. Спасибо. Mm-hmm. А еще вопрос. Вы сказали, что Камса в прошлой жизни убил Вишну. А мы знаем, что когда Господь Вишну убивает кого-то, то он получает освобождение. Mm. А он снова родился. Когда Кришна убивает, получает полное освобождение. Когда Вишну не сразу получает освобождение. Гуру Махарадж, а вот согласно Бхагаватам, то есть вы сказали, что у демонов много страхов, потому что они, ну, как у них нет йоги с внутренней энергией, с Господом Кришной. И тогда получается у нас много страхов, когда у нас слабая йога, даже у преданных. И согласно Бхагаватам, то есть страхи уменьшаются, когда мы предаемся Кришне глубже, и йога развивается. А страхи уходят сами, и их Господь убирает. Как этот процесс происходит? Потому что действительно страхов много. Особенно вот землетрясение показало. Ну и если ты выбежишь на улицу, то страх уйдет. Ты даешь прибежище в земле, на земле, на самом. Если ты в доме остаешься, дом уже не является прибежищем, он является как раз смертью. Превращается в гробницу, дом. Где мы искали прибежище, превращается в гробницу. Найдешь прибежище на земле, выйдешь из дома, это безопасность. Также, если ты в океане, то ты понимаешь, что ты рано или поздно утонешь. Ты пытаешься плыть, искать, но ты понимаешь, что ты в серьезной опасности. Но когда ты видишь лодку и поднимаешься туда, ты же уже больше так не боишься. Беспокойство уменьшается. Если ты еще на корабль поднимаешься, вообще спокойно можно жить. Если ты уже земли достигаешь, все, никаких страхов. Океана нет. Вопрос, где мы прибежище принимаем? В Кришне, если нужно принять прибежище. То есть это такая глубокая вера внутри должна развиваться. Отношения. Да, не фанатичная вера, нет. Некоторые пытаются веру до фанатизма довести, думают, это и есть совершенство. Нет, отношения нужно развивать. Вера нужна, чтобы развивать отношения, а не быть фанатиками. Спасибо, Гуру Махарадж. Хари Кришна, Гуру Махарадж. А можно, пожалуйста, есть ли какие-то практические шаги, которые можно сделать, когда поймала себя на зависти? Ну, там, поймала такие? Да. Так, ну, то есть, так. И куда посадила потом? Осознала, да. Вот конкретно сейчас конкретному человеку завидую в чем-то. Ну и так, куда ты в зависть теперь денешь, поймала ее? Что ты с ней будешь делать? Я хотела, ну там, может быть, пойти... Придушишь ее или что сделаешь? По алтарю помолиться или там... Вместе с завистью пойдем помолимся, да? Или ты накормишь чем-то, или что ты с ней будешь делать? Скажи, как с ней поступишь? Ну вот я и не знаю, я могу... Заставь ее служить. И все. Этому человеку? Хотя бы в мыслях. А, в мыслях. Скажи зависть. Ну-ка, прославь этого человека. Я же знаю, что у него много хороших качеств. Говори. А сама озвучивай. Классно, спасибо. Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Как я понял из лекции, Кришна дает оружие демонам,
и они друг друга убивают, то есть получается с его позволения, да? А если эту ситуацию перенести, что сейчас происходит, мне вот интересно. То есть получается политики, они как демоны, да? Одна страна с другой воюет, но умирают не политики, то есть не сами те, кто это все заварушку делает, а совсем другие. Да, умирают те, кто, кому предназначено умереть так. Все исполняют волю, эти кармические законы реализовываются. Все святые говорили об этом, что пока существуют бойни, войны будут продолжаться. Это связано. Просто, дорогие преданные, вы не видите, что происходит. Это скрыто от наших глаз. Мы тоже наслаждаемся жизнью, видим, что мирное время, тут все хорошо. Я не советую уходить на бойню, но просто вы не должны забывать об этом, что эти адские места существуют и активно работают. Это концлагеря для животных. Это самые жестокие предприятия, которые есть в мире. Мы просто забываем об этом. Ложно те и попадают. Нужно увидеть картину в целом, что же происходит в мире сейчас, чем люди заняты, какая у них деятельность. И мы сразу сможем понимать, что это реакция. Мне однажды один старик в Армении сказал об этом, когда я видел город весь разваленный землетрясением. Там был фотограф из Москвы, профессиональный, который делал съемки. Там много людей приехало тогда помогать. Москвичи, из Прибалтики, из разных мест, мы из Питера приехали тоже. Один профессионал, фотограф, снимал вот эти развалины, там такого не увидишь нигде, как вот можно видеть. Бетонная плита проломила машину, допустим, там стоящую, где-то дом на пуске распался, там сантехника, там какие-то одежды, белье какое-то висит. Там под обломками понятно, что где-то люди есть. Понятно, это совершенно ясно тут становится. Это такое вот страшное кладбище. Городской, город мертвый. И он снимал эти вещи, чтобы показать людям. Потому что в средствах массовой информации не показывали этих ужасов. И немножко занижали цифры. И когда мы приехали туда сами, увидели глазами, мы просто были в шоке, конечно. Апокалипсис. И старик армянин там подошел, какой-то старый, говорит, зачем ты снимаешь этот мертвый город? Человек вздрогнул, что-то не так, что-то может быть. Но он с таким чувством сказал, зачем ты это делаешь? Ты знаешь, что этот город был мертв еще до землетрясения. Стал рассказывать, чем занимались люди в этом городе. И сказал в конце, это Божья кара. Что он просто знал внутреннюю жизнь города. А ты знаешь, что люди стали делать при первых толчках землетрясения в этом городе? Не знаю. Стали грабить магазин. Это Божья кара, он говорит. Это то, что он сказал. Я не знаю ничего. Мне было просто больно, мне было жалко людей, я чувствовал такие вещи. Но местный житель совершенно другую картину рассказал. Не то, что мы должны осуждать людей, просто мы говорим, что нужно понимать законы. И если вы скажете, это неблагочестивый человек, он вас убьет за это. Что люди столько пострадали, вы их еще обвиняете. Что за философия фашистская? Они подумают, что это ужасно, это то, что вы говорите, ужасно. Но посмотрите, то, что мы делаем, разве не ужасно? Вы посмотрите, сколько вреда человек приносит природе, живым существам. Во все времена эти. Особенно в наше время, какие масштабы вообще. Я жил на Дальнем Востоке, я знаю, как там люди убивают животных. Что такое охота, рыбалка, как они взрывают эти вот озера там, с рыбой и там. Выдавливают икру, выбрасывают эту рыбу. Я видел все это. Они просто для развлечения идут убивать медведя или кого угодно, просто чтобы развлечься, показать себя. С ружьями ходят. Я видел все эти настроения, эту жестокость видел. На бойнях лично я не был, но я видел съемки, фильмы. Я больше смотреть не хочу. Я один раз только видел это все. Мне достаточно этого было. Чтобы не забыть это никогда. Вы думаете, что мы живем в нормальном мире, и вдруг война? Не, подождите, вы посмотрите внимательно, что творит человек. Есть один священник, он был друг преданных,
он умер, он, осталась его книга, мне подарили его книгу стихов. И там вся его история, его веры в этой книге, где он пишет статьи, рисунки, он талантливый художник, талантливый был поэт, знаете, он верующий человек, у него были ученики, он искренний был человек. Я прочитал вот его как бы жизнь, как он верил в Бога. И постепенно, год за годом, я читаю его вот, поэзию, он разочаровывается в людях, больше и больше. Что вера не спасает сегодня людей, не спасает. Там есть стих, от которого я плакал. Он написал деятельность человека. Простят ли его птицы, простят ли его рыбы, простят ли его животные, простят ли его другие люди. И в этом стихе он написал, что никто его не простит за такую жестокость, что он творит. Он сам плакал, когда видел все это. Он терял веру в Бога. Попытайтесь понять, что в человеке есть все это, есть и хорошие тенденции, и есть вот эти ужасные проявления, которые сегодня хорошо организованы. Что говорят оккультисты современные сильно? Говорят, вы не представляете, сколько людей к нам приходит, чтобы заказать черную магию. Вы, говорит, не представляете, сколько людей хотят друг другу зло причинить нашими руками. Вы, говорит, должны понимать, в каком обществе вы живете. Они говорят, мы христиане, мы то, но они не интересуются Писанием, их не изучают, они их даже не читают. Но это правда. Прабхупада говорит, так называемая религия. Мы сейчас живем в таком мире, смотрите. Все же думаете, так вот просто вдруг, ни с того ни с сего, война, куда же Бог смотрит? Будут продолжаться эти вещи, пока мы не поймем, что мы одна семья, вот весь этот мир. Не просто мы американцы, или русские, или украинцы, или кто-то еще, а что мы одна семья. Нам нужны такие знания. И не только люди, но и животные тоже наша семья. Почему вычеркиваем других живых существ из списков Бога, из списков природы? Кто мы такие вообще, чтобы такие выводы делать? А? Кто нас научил так видеть мир и себя? И когда Бог, по закону Бога идет реакция, все говорят против Бога. Да, вот видите, какой Бог жестокий. А когда я сам бросаю атомную бомбу на город, я говорю, это нормально. Это нормально, потому что я знаю, что это правильно. Я знаю политику, я знаю то. А когда землетрясение где-то, я осуждаю Бога. Кто такой человек, скажите мне? Что мы из себя представляем, скажите? Лишь то, что мы надумали, придумали себя, великого такого, знаете, неуязвимого, гордого. В Кали-Югу гордость достигает всех пределов. Ничего случайно не происходит. Сегодня такое напряжение в мире, что самое время учиться. Разумные люди понимают, что мы на краю пропасти. И самое время сейчас чему-то научиться. Самое время сейчас проповедовать. Этим гордым людям, которые по природе своей стали негодяями уже. Готовы уничтожить весь мир, знаете. Оформляют, как они все в особняках, у них там посуда, столы, ножи, вилки, бокалы. Такие женщины с голыми ногами, смотрите, ножи. За их спинами там бойни, понимаете? Аборты за их спинами, там, деятельность. Почему никто это не видит? Или видит, просто закрывает глаза на это. Негодяи, мошенники пробуют. И только критикуют. Это лицо Кали-Юги. Оно не описывается подробно, но описывается признаки Кали-Юги, но слишком
подробно невозможно описать, как океан порока описывается и все. Океан порока достаточно. Для разума достаточно понятно. Шастры не преувеличивают и не лгут. Это океан порока. Даже добродетель, она в океане порока находится сегодня. Нечистая добродетель. Все осквернено. Но просто воспевая имя Кришны, человек может освободиться от этих всех пороков. И почему люди не хотят это делать? Прабхупада прям негодяи, мошенники. Что тут сложного? Они либо все политизируют, либо национализируют, либо еще что-то. Они начинают в уме все это вот переворачивать, перекручивать. Да просто Хари Кришна пой, и все. Нет. Не моя религия. Религия жадна. Он послушает немножко и все равно ничего не поймет. Таково сознание. Но Господь Чайтанья, видите, он пришел не убивать демонов. Тогда нужно убить всех опять. Зачем же убивать? Он пришел убить демонический ум. Пришел дать любовь к Богу сразу же людям. Это работает. Это реально работает. Больше ничего не работает. Поэтому нужно освободиться от предубеждений нам и людям помочь тоже. Чтобы просто влечь их в киртан. Святое имя. И постепенно бой не закроется. Уже в некоторых странах приняты такие законы. Уже не хотят убивать животных. Есть даже целые движения мировые такие, как веганы, они говорят активно об этом тоже. Что нужно прекратить это. Спасибо. Гуру Махарадж, спасибо большое за то, что вы уточнили, что Вишну убивает демонов, они могут получить освобождение, а Кришна, если это делает Кришна, то может быть по-другому. И можете, пожалуйста, углубить этот момент, что потому что в книгах Прабхупады я читал, что Прабхупада говорит, что на самом деле демонов убивает Господь Вишну, который находится в Кришне. Вот можете углубить, пожалуйста. Господь Вишну, он играет как поддерживающая сила. Например, все вселенные входят в Маха Вишну. Никто не освобождается. Другая задача — поддерживать материальное творение. Поэтому как бы Вишну, он может освободить, может не освободить. А когда Кришна убивает, то он освобождает. Сразу же. На форме Кришны. Но, как ты говоришь, он в форме Васудевы Кришны действует, но не Вишну. В форме Васудевы Кришны. Потому что Кришна во Вриндаване, он там тоже убивает демонов. Но на Вайкунтхе нет убийства на Голоке Вриндаване. Кришна вообще там никого не убивает никогда. Это делать его какие-то различные стороны. Но это тот же самый Кришна все равно. Это тот же Кришна, который сказал Бхагавад-гиту, который танцует с гопи, друг Арджуны. Это все же тот же самый Кришна, хотя в разных проявлениях. Одна и та же личность. Ачинтья пхеда пхеда тата. Не думаю, что когда Кришна убивает демона, в это время он превращается в кого-то другого. Он просто действует по-другому, но тот же самый. В другом качестве действует. Кришна — это Бог любви, называют его. Ему не к лицу сражаться вообще. Он танцует. Ворует масло, там играет. Вот. Он такой. Но когда убивает, это его другая сторона. В нем это есть. Можно я вопрос задам? Скажите, пожалуйста, люди рождаются демонической натурой. Вот в процессе жизни, если обращаются в сознание Кришны, они могут измениться или это уже все? Допустим, откуда я знаю? Может, мне тоже я демоническая натура, что-то у меня есть. Как это определить? Ну, я же практикую. Думаете, я другой человек, что ли? Такой же, как все. Все можно изменить. Я же практикую. Все ясно, спасибо. Может быть, я еще хуже вас был.
знаете. Вы не знаете моего прошлого. Вы думаете, я всегда был таким? Читал Бхагаватам, да? Нет. Я был отвратительным человеком. Я был очень гордым и эгоистичным. Я был младшим в семье. Все было для меня. Если было что-то не по мне, страдали все. Я бил свою сестру всю жизнь, старшую. Но сначала она меня, когда я был маленький, потом я гонял ее. То есть, если про себя рассказать, то ничего хорошего я не могу. Я плохо учился в школе, допустим. Я много болел, и мать, да, принес огромное количество беспокойства. Я переболел всеми болезнями. Я родился 7 месяцев, например. Матери доставило огромное беспокойство. Я совершил много ошибок. Но больше не хочу. Когда я встретил преданных, я понял, все, я больше не хочу жить таким образом. А теперь вы видите меня от такого, да? Который не бьет свою сестру, не гоняет при всех. Который немножко знает философию, он образованный, я не образованный человек, пишет книги. Это по милости преданных тоже. Я не мог сочинение в школе написать. И 2-3 ставили. Я не мог выйти к доске в школе, чтобы даже урок рассказать. Меня блокировал ум. 2 таких было школьника, я был один из них в школе. То не, психика не позволяла выходить и отвечать урок. Так что меня изменило сознание Кришны. И почему это не случится с вами, я не понимаю. Теперь вы успокоились, так? Когда узнали правду все. Здесь много мошенников сидит. Не я один. У всех лица в пушку, я же вижу. Но вы решили покончить с этим. Поэтому это серьезный поступок в жизни, это революция вообще. То, что вы делаете, это революция. Вы переходите автоматически в ранг святых, когда такое решение принимаете даже. Вы себе теперь сами будете себя судить. Всю жизнь. Вам даже судья больше не нужен будет. Мы все из одного тоже материала. Из Кали-юги. Но есть редкие рождения, когда рождаются в семьях чистых вайшнавов. Кришна говорит, это редкое рождение, это значит очень большие заслуги в прошлом, это необычные люди ожидаются. Не такие, как мы. Прабхупада родился в семье чистого вайшнава, бодхисаттва развивается в семье чистого вайшнава. Но это великие ачарьи, пророки. Но все, кто практикует, мы с вами в том числе, вы все должны стать духовными учителями, шикша-гуру. Прошлое не имеет значения. Если кто-то вспомнит прошлое, преданного, он совершит оскорбление, говорится. Мы не указываем на прошлое жизнь до сознания Кришны человеку. Ее не существует для нас. Мы приняли посвящение. Мы отреклись от той жизни. И мы не напоминаем друг другу вообще об этом. Мы стали слугами Бога. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Милость Чайтанья Чандра Чарам Прабху ки джай. Уважаемые вайшнавы, у нас сегодня день рождения нашего дорогого уважаемого Сри Чайтанья Прабху. Пожалуйста, одарите его своими благословениями.